Творческую выставку студенческих работ под названием «Источник вдохновения» представили учащиеся комплекс колледжа «Искусств. Специализированная школа-интернат для одаренных в искусстве детей» имени Ермека Сертебаева в залах областного музея изобразительных искусств. Выставка из 33 живописных полотен представляет собой собрание лучших ученических работ за год обучения. София Баяндина – автор нескольких работ, но картина под названием «На учебу» – любимая. Ведь она немного автобиографична, демонстрирует жизнь студента-художника. На этой работе я изобразила ночь, когда еще студенты работают. Полная загруженная девушка, которая читает одновременно, несет подрамник, которая одновременно тянет на себе огромную папку. Видит в автобусе стоя. Мне кажется, это я. Я изобразила собственную жизнь, так сказать, автопортрет своей студенческой жизни. Этот натюрморт мы ставили вместе с преподавателем. Это у нас такая академическая работа, выполнена она маслом. Холст, как видите, очень большой, и на это очень было много затрачено времени. Мы это делали постепенно, слоем за слоем, лессировали, старались до конца проработать, завершить начатое. В экспозицию входят работы студентов вторых-четвертых курсов. Основные жанры – натюрморт и пейзажи с видами достопримечательностей Петропавловска. По словам знатоков искусства, юные авторы еще в поиске творческого пути, но их яркие работы насыщены эмоциями. Индивидуальное авторское видение мы хотели представить. Здесь, поскольку они учебные работы, представлены даже несколько постановок одинаковых с одного натюрморта. А автор разный, соответственно, мы можем увидеть, как разный автор видит, смотрит, понимает и отображает это. Познакомиться с экспозицией можно в течение месяца в областном музее изобразительных искусств. Наталья Аитова, Олег Косинов, служба новостей.